Итак, всем привет! Вы видите себя в зеркале, но это не важно. Я нахожусь у себя в ванной, и я выгляжу максимально ужасно. У меня заплывшие глаза, у меня грязные волосы, но это не помешает мне сделать то, что я хочу сделать сегодня. Надеюсь, это видео не будет смотреть моя мама. А если и будет, то мама, просто ты же знаешь, я болею. Я мало выхожу на улицу, и мне в мозгу не хватает кислорода. И поэтому я отупела и решила рискнуть и покраситься сама в серый краской от Schwarzkopf Life. Я не знаю, к чему это приведет. Я не знаю, собака пришла. Я не знаю, какие в итоге станут мои волосы. Но я решила провести этот эксперимент вместе с вами. Очень часто я заходила в магазин, видела эту краску и очень хотела ее попробовать. А так как я блогер, я еще должна быть экспериментатором, так что давайте, пожалуй, приступим. Итак, здесь у нас с вами кондиционер, даже два кондиционера, крем-краска, инструкция и перчаточки. В общем, ребята, все легко. Нам нужно с вами просто помыть волосы, немножко их высушить полотенцем, на влажные волосы нанести вот этот вот крем. Ну, соками нужно будет, сок мне потребуется, потому что я корни, естественно, трогать не буду, я буду трогать только светлые части. Секундочку. А это вот половина головы. Пойду мыть голову. Нанесу крем и покажусь вам. В общем, ребята, как-то так. Сейчас я ставлю таймер на полчаса, пока буду заниматься своими делами. Вытру лицо от краски, потому что она просто везде. И потом, собственно, помою голову и пристану перед вами с непонятным пока что цветом волос. Пожелайте мне удачи. Ну что, ребята, буду смывать всю эту красоту. Буду смывать, полотенце надо будет постирать. Вышло что-то или нет. Ну или буду ходить пятнистая. Ну, почувствую себя рокершей чисто. Рот! Я извиняюсь за опухшие глаза. Но, как мы видим, серой я не стала. То есть, но при всем при этом, если вы видели, какими волосы были до этого, то сейчас я, по крайней мере, в жизни выгляжу как просто русая, стальная блондинка. И, в принципе, мне нравится. То есть, я понимаю, чтобы достичь того результата, который на картинке, нужно, конечно, было волосы обесцветить. И также надо было купить мне две упаковки, потому что одной банки даже на половину головы недостаточно. Но на самом деле мне нравится результат, потому что я сейчас не такая белая, не такая желтая. У меня ужасно светятся глаза, ребята, извиняюсь. Мне кажется, что, в принципе, результат не такой уж и плохой. Но на самом деле, я не знаю, как вам, но я вижу разницу, что мои волосы сейчас такого реально русого цвета, и мне на самом деле нравится, как это выглядит. Когда захочу прямо серый-серый, сейчас я не буду волосы опять насиловать, куплю две упаковки этой краски и нанесу полностью на голову и посмотрим. Как вы видите, мои волосы уже более-менее отросли. Они сейчас не такие короткие, как они у меня были раньше. И я сейчас с ними ничего не делаю, не хожу ни в какие салоны, не стригусь, ничего. Вот. Посмотрим, какой длины волосы у меня будут в конце сентября. В общем, как-то так. Я думаю, что могло выйти намного... Так. Они, правда, у меня уже немножко так заволнились, потому что я ходила в хвостике. Но в целом, мне кажется, неплохо. Правда, в жизни выглядит лучше и нету вот этих вот каких-то непонятных оранжевых частиц, которые видно на камере. Их в жизни нету, их в жизни не видно. Я не понимаю, почему это на камере, когда в жизни это все выглядит очень красиво, адекватными переходами. В общем, в целом получилось как-то так. Надеюсь, что вам понравилось такое короткое видео, но мне хотелось просто поэкспериментировать вместе с вами. Так что пишите свои комментарии внизу, подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте свои ласты вверх. Я вас очень сильно люблю и пока-пока.